Нет, ну это бесполезно, она все равно не откроет. Лиза! Лиза! Тебе-то что надо, Поскребышев? Ты не Лиза. И что? Что тебе надо? Воронина, передай Неустроевой, что я готов воспитывать ее ребенка. А ты тут при чем? Да не я, Чижов, я просто от первого лица передаю. Тогда передай Чижову, что если он подойдет ко мне ближе, чем на 2 метра, я ему тресну по башке и спущу с лестницы. А ты-то что, Воронина? Не я, а Лиза. Еще передай ему лично от меня, что все мужики козлы, понял? Ругается. Да, я слышал. Слушай, Чиж, а может черт с ней, а? Тем более, если учесть, что ребенок не твой. А это еще неизвестно, Поскребышев, мой он или не мой. Тем более, черт с ней. Он ранние браки в 90% случаев распадаются. Будешь потом всю жизнь алименты платить. Тебе это надо? Не надо. Ты такой умный, Поскребышев. Давай. Лиза, Лиза, открой дверь, пожалуйста. Я люблю тебя, не устрою. Я знала, что так будет. Как так? Люди не меняются. Сначала он кричит на каждом углу, что жить без меня не может. А когда я ему говорю о ребенке, он сомневается. Может или не может. Потом все-таки оказывается, что не может. Все, поезд ушел. Куда ушел? Далеко ушел. Пора ставить все точки над «и». Лиз, Чижов недостоин воспитывать твоего ребенка. Я знаю, что делаю. Лиза! Не понимаю, что будет. Хочу сказать ему одну штуку. И не знаю, как он отреагирует на нее. Ну, ты попробуй, а там видно будет. А ты права. Надо поговорить. Пойдем? Пойдем в кафе, я пить хочу. Слушай, а что ты нас задумала, а? Да понятия не имею. Пойдем узнаем, а? Даже не знаю, с чего начать. Ты начни уж, пожалуйста, с чего-нибудь. Я пошутила. Насчет чего? Я не беременна. Это была своего рода проверка. Тест на любовь. А, и я так понимаю, что я провалил этот тест. К сожалению. Но зато мне многое стало понятно. И что, что же тебе стало понятно, Лиза? Ну, пока ты не готов быть отцом. А ты готова стать матерью? Я тебя поздравляю с этим. Причем матерью-героиней. И воспитывать так человек 10-15. Ну ты чего, обиделся? Это же всего лишь шутка. Смешная. Ребятки, воды. А тебе какой, с газом или без? Мне, конечно же, с газом. С газом, пожалуйста. Ты что делаешь? Ты чего? У тебя душ дома сломался? Опять шутишь, да, Неустроева? Смешно, смешно.
Лизочка, я тут сижу весь из себя такой печальный. Кричать не надо. О чем нам не покричать, Лиза? Я сижу месяцами тут такой печальный, влюбленный весь из себя. И думаю, ждать тебя, не ждать. А ты возвращаешься из своего Лондона. И вся такая юморная, вся смешная такая. Я была не права. Ты была не права, Лиза. Конечно же, ты была не права. Ты была очень не права. Так как ты была не права, вообще никто прав не бывает. Лиза, я не заслужил такого отношения к себе, понимаешь? Не заслужил. Прости, пожалуйста. Ничего страшного. Все в порядке, конечно. До свидания. Лиза, можно тебе вопрос задать? Да. Лиз, а ты вообще можешь по-человечески, по-нормальному, а? В смысле? Да в прямом смысле. Ты можешь просто прийти ко мне и сказать: Димка, здорово, я вернулась, а? Можешь по-нормальному, не поднимать всех на уши, без вот этих тестов своих? Можешь? Я уже сказала тебе, извини, ты мне ответил, до свидания, орать не надо. Лиза, а чего это Чиж так разорался, а? Не знаю. Наверное, не с той ноги встал. А, понятно. Браво! Браво, Лизочка! Ну вы баба и стерва, а? Да на себя посмотрите. Знаешь что, хорошая моя, да, у нас есть недостатки. У нас есть и принципы, которых мы придерживаемся. А у вас ни принципов, и ничего святого нет. Знаешь что, я лично не устроила, понимаю. Да переведи, что она говорит. А нельзя с вами по-другому, Поскребышев, нельзя, вы по-другому не понимаете. О, Господи, бог ты мой, кто мне это говорит, а? Опытнейшая женщина нашего поколения, которая все видела и все знает, да? Которая с девчонками целуется, потому что с пацанами ничего не получается. Да заткнись ты! Чего творишь? Дура, что ли? Ой. Что делаем тут? А, мы здесь все, все кино смотрим. Смотрим кино? А я и вижу. Давай, давай, вставай. Пошли, пошли. Чиж. Они все стервы. Так тебе и надо. Давай, целую. Ну, до завтра. Так, а что у нас завтра? А завтра первый рабочий день. Я работаю теперь с продленкой. Ух ты, ну поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Да. Ну тогда я к тебе своего приведу, буду знать, что в хороших руках. Приводи. А как с этим? Ну, поговорили? Поговорили. До завтра, Дим. До свидания. До свидания, не устроено. А где Лизка? Улетела. В Лондон? Домой. Что-то я не поняла, вы что, опять ругались, что ли? А ты что, меня учить пришла, что ли, а? Не надо учить меня, хорошо, Березкин? Что это? Паспорт. Не устроивай, забыла. Ты ей отнеси, заодно помиришься. Березкина, я этот паспорт не собираюсь никому относить. И мириться я тоже ни с кем не собираюсь. Дай поработать, а, уже, в конце концов. Выйди, я тебе сказал. Катя, ты мне нужна. Слушай, ты не знаешь, что там у Лиски с Чижом произошло? Да послала она его. И правильно сделала. А что послала-то? Ну, сначала она ему сказала, что беременна. Да ладно, серьезно? А потом сказала, что не беременна и что пошутила. Нифига себе шуточки. Да уж какие шуточки, Березкина. Она сказала, мол, решила проверить его на любовь, как он отреагирует. Ну, понятно, как он отреагировал. Что тебе понятно, Березкина? Козлы они все эти мужики, вот что понятно. Ну, это да, но... Что но? Ну, понимаешь, если Лиза приехала из Лондона, чтобы так вот подшутить над Димой, то либо она очень изменилась, либо... Либо...
Она не пошутила, хочет сказать? Да. Ты знаешь, она в кладовке с таким лицом сидела. Я подумала, как бы она с собой ничего не сделала. Так, Катя, она у меня оставила свой паспорт. Мне сейчас надо бежать в институт. Ты можешь паспорт отдать ей и заодно узнать, как дела, и позвонить мне? Да. Ты знаешь, где она живет? Знаю, знаю. Спасибо. Пока. Пока. Мам, я в Англию не вернусь. Все, давай больше не будем об этом говорить, пожалуйста. Да. Хорошо, хорошо. И ты решила годик поработать в школе? Да, решила в школе. Ну, не где-нибудь же в баре. Угу. Ну, конечно. Ой, не нравится мне все это. Ну, там все мои знакомые. Там меня никто в обиду не даст. Там этот все время крутится. И он будет к тебе приставать. Не этот, а Чужов. И он не будет ко мне приставать. Ну, откуда ты знаешь? А мы с ним договорились обо всем. Точно? Точно. Мы с ним просто друзья. Ты уверена? Абсолютно. Хорошо. Хорошо. Ну, не нравится он мне. Не нравится. Ну, я ничего не могу с собой поделать. Ну, почему не нравится? Ну, такой маленький, пронырливый. На папу твоего похож. Все, ни слова о нем. Главное, что мы вместе. Ты приехала. Летом поступишь куда-нибудь, и все будет в полном порядке. Главное, с этим никаких дел. Мам. Угу. Да, да, все. Молчу, молчу. Кто это? Понятия не имею. Я открою. И если там этот, я ему все скажу. Мама, и не удерживай меня. Здрасте. А где этот? Кто? Ну, Чижов ваш. Я не знаю, где Чижов. А Лиза дома? Если вы от этого, то ее нет. Нет, просто Лиза забыла в школе паспорт, а я ее принесла. А, ну, тогда проходите. Привет. Привет. Ты в школе паспорт забыла? Берёзкина просила передать. А, спасибо. Не стоило беспокоиться. Я бы сама завтра забрала. Да мне не трудно. Спасибо большое. Чаю будешь? Давай. Там такая холодрыга на улице. Сейчас. Я пойду. Куда? А мне надо идти срочно. Точно? Да, точно. Все в порядке, держи. У тебя все в порядке, точно? Да. Пока. Заходи, Воронина. Даже не спрашиваю тебя, зачем ты пришла. Мне наплевать глубоко на это.
Дима, это не шутка. Что не шутка? Неустроева сказала тебе, что она не беременна, и что пошутила. Так вот. Это не шутка, Чижов. Что это? Что это такое вообще? Это твой ребенок. 10 недель. Это сколько? 10 недель. 10 недель. Что делаешь, Чижов? Так, когда у меня день рождения? 15 сентября. Точно. 15 сентября. Сколько? 10 недель, говоришь? 10 недель, это 7 дней. Что ты считаешь, Чижов? Подожди. Так. Подожди, какое сегодня число? Ты что, совсем уже забыл все? Помню. Помню. Получается. Только с Лизой не получается. Почему с Лизой не получается? Потому что поругались мы с ней, и поэтому она сказала, что ребенок это шутка. Чижов, ты должен ее вернуть вместе с ребенком, понятно? А если она не захочет возвращаться вместе ты должен с ребенком? Ее вернуть, потому что у ребенка должен быть отец. По себе знаю. Утром, помнишь, ты была против меня. Я изменила свое мнение. Молодец, правильно. Во! Другое дело. Вот так вот хорошо, так ровно, ребята. Спасибо. А что, красиво. Угу. Зря ты так чишь. Сядет она тебе на шею и кататься будет. Я тебя только поскреб, чтобы забыть спросить. Так. Смотри, Чиж, я тебя предупредил. Угу. Пойдем к Кирюх учиться. Пойдем. Мне очень красиво. Близки понравится. Да. Так, а? Вот так вот. Давай, 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 садись. Где? Бумажечка. Так, давай репетнем, да? С добрым утром, любимая, крупными буквами. С добрым утром, любимая, не жалея белил. Вижу, нелюдимая, надпись огнивая. Подожди, какая луна? Где букет мой? А, так ты его у меня оставил. Сейчас принесу. Давай. Вот, я его в вазу поставил. А, отлично, давай сюда. Вот, ну, сюда. Вот так. Так, ну да, давай еще разок плакат. Все, на месте. Значит, вот она входит. И начинаем. С добрым утром, любимая, крупными буквами. Так. И что это у нас тут за мероприятие с утра пораньше? А, мы решили Лизу просто поздравить с первым рабочим днем в школе. Да. Вообще-то говоря, о таких вещах надо сначала директора спрашивать, нет? Ой, я думал, вы будете не против, Борис Максимович. Думал. Ладно, поздравляйте. Только по-быстрому, и пусть идет ко мне оформляться. А, Борис Максимович, а скажите, а когда она должна прийти? Во сколько? Да должна уже быть. Да? Да. Ага. Что, еще раз? Да, конечно, надо. Так вот, входит. С добрым утром. Пришла еще? Нет. Что она такое вытворяет-то? Первый рабочий день. Ну, причины есть, наверное. Какие причины? Хотя, позвони, узнай, все в порядке. Угу. Алло, Лиза, привет, это Лена. Слушай, а ты где? Мы тебя ждем в школе, а тебя нету. В больнице? А ты... Возьми трубку, Дима.
Стоять! Ты куда? А я на секундочку выйти. Секундочку, ты дозвонился до Неустроевой? Да. Что? Трубку не берет. Не берет. Хорошенькая у меня дисциплина в школе, а? Одна первый день устроилась, уже опаздывает, трубку не берет. А вторая так и норовит убежать с рабочего места каждую секунду. Где расписание на второй триместр? Я задал вопрос. Сейчас принесу. Так вот, доделай и принеси. Оно должно быть у меня уже 2 недели как. Да. Дозвонись до Неустроевой, скажи уволю. Ну как, гитарка? Гитарка, ребятки, высший класс. А скажите мне такую вещь. Какая часовая разница между Лондоном и Петербургом, а? Знаете? 2 часа? Нет, неправильно, 3. Да, я вот и говорю 3. Вот 3, да. 3, да, значит? 3. Что ж случилось? Потому что она забыла часы перевести, может быть. Вот, чего я думаю. Дим, поговорить надо. А? Ну? Ну-ну-ну. Спокойно. Чего? Я спокоен. Ты не переживай. Березкин, что случилось? Я не переживаю, я спокоен как танк. Что случилось? Я недавно звонила Лизе. Ну, и что? Ну чего ты молчишь? Что случилось? Спокойно, Дима. Она сказала, что... Что она сказала? Где она, Лен? Она в больнице. В больнице? У нее что, акклиматизация? Что случилось, Лен? Дим, я думаю, что тут... Леночка, пожалуйста, давай без вот этих вот сплетен бабских. Давай мне скажи, Дим, что спокойно. Произошло? Что произошло? Я думаю, что произошло. Зачем ты это сделала, Лиз? Зачем? Что сделала? Лизочка, я готов был воспитывать ребенка, чьим бы он ни был, понимаешь? Чьим бы ни был! Я не понимаю. Лиз, что ты не понимаешь? Что, что тупая, что ли, а, совсем? Что ты кричишь? Ты можешь нормально объяснить, что происходит? Я не понимаю. Зачем ты поперлась в больницу? Зачем? Я встала на учет в женскую консультацию, как полагается. Как, подожди, ты вот встала, и что, и все? Все. И больше ничего? Ничего. За годом год, за часом час. Кружит планета, ускоряется. Все происходит в первый раз. А может просто повторяться. Сегодня первая любовь. Первая любовь. Столкнулась в первый раз с предательством. И не хватает нужных слов. Не разобраться в обстоятельствах. И ты не забудь, не забудь. Скажи, опять задачка не решается.